На часах без 5:12 медики борются за жизнь пострадавшего мотоциклиста. Он находится в машине реанимации. По словам очевидцев, автобус ехал по Минскому шоссе, повернул влево на дорогу к Шиннику. Мотоциклист летел в сторону города и не успел сбросить скорость. Двухколесник оставил на асфальте черную полосу. Тормозной путь растянулся на несколько метров. Байк врезался прямо в дверь общественного транспорта. Просто стекло у меня попало, и все. Из-за этого я повернулся и посмотрел, что произошло. Пошел с автобуса и увидел, что лежит байк и лежит рядом мотоциклист. Пассажиры автобуса выбежали на улицу. Никто из них не пострадал. Кондуктор позвонила в экстренную службы. Я не знаю, как... Я только услышала, как у меня стекла полетели в меня. Все. То, что я услышала. А потом что было? Все, остановились и вызвали скорую и гаишников. Мотоцикл в смятку. Обломки разлетелись по всей дороге. Когда прибыла наша съемочная группа, на месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и медики. Подъехали спасатели. Владельца байка сразу переложили в машину скорой. Врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего, но откачать парня не удалось. Стражи порядка выясняют детали произошедшего. Мария Бресневич, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.